Это обращение из Киева для белорусских военнослужащих. 9 августа 2020 года в нашей стране захвачена власть. Вы и мы являемся заложниками этого захвата. Вас собираются сегодня отправить на войну, которую ведет Путин. Это никакая не спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Украина борется за свою свободу. Это великая отечественная война для украинцев. В 2020 году вам тяжело было сделать моральный выбор. Этот моральный выбор не поздно сделать еще сегодня. Вы знаете, что делать. Белорусы, военнослужащие Республики Беларусь, переходите на нашу сторону. Здесь тоже белорусы. Хлопцы, это не ваша война. Заставайтесь дома, и все с вами будет добро. При крайнем выпадку, когда вас все-таки загонят в Украину, при первой возможности сдавайтесь в полон. Украинские улады будут до вас ставиться не как до военнополонных. Вы будете иметь возможность отримать политический притулок в Украине, или в любой стране Европы. На ваш выбор. Хлопцы, мы на правильном боку. Сделайте так само свой правильный выбор. Живе Беларусь! Живе!